Одинцовские партийцы вошли в состав комиссии по проверке проблемного дома в Каринском. Как рассказала депутат «Единорос» Ирина Горбарчук, в доме номер 5 в 2019 году был проведен капитальный ремонт. Но совет дома не подписал профильный акт из-за ряда замечаний по качеству. Подрядчик должен был все исправить. Специально созданная комиссия установила, что практически все недочеты действительно устранены.